Владимиром Струбаевым, 11, и такой вопрос. Вы очень часто выступаете вместе со стрижами, и наверняка вы как-то там общаетесь, у вас есть какие-то с ними отношения. Вот расскажите про эти отношения, там, может быть, вы как-нибудь подкалываете там, на почве того, что летаете на таких огромных откормленных сушках, а они там на мелких, долгих этих мигах, и вот на этой почве есть какие-нибудь подколки? Естественно, есть, все правильно вы сказали, именно. И по этому поводу тоже есть, что наш самолет летает значительно дальше, чем их. Вот, на самом деле, это наши очень близкие друзья, вот, очень тесные взаимоотношения. Опять же, правильно сказали, летаем в одном строю. Нельзя летать в одном строю, испытывая какие-то, ну, не любовь, там, какие-то определенные чувства нехорошие к летчику, который летит с тобой рядом. Вот, в общем, теплые отношения. Некоторые летчики приходят с одной группы в другую. Так вот в истории бывали такие случаи. Вот это наши очень хорошие друзья. Вот, но тем не менее, при случае мы, естественно, не упускаем шанс где-то их потрунить по поводу вот как раз их самолетов в том числе. Чувство юмора нам не чуждо.